Так, здравствуйте, Екатерина. Прошу прощения за Слушайте, ожидание. меня Сейчас я зовут Екатерина. уберу лишние моменты. Снять. Все. Что принесли? Все. Это все закрываем. Да. Прими, пожалуйста, пока. Угу, вот все в польский язык сейчас будет. Ты разговариваешь или сам с собой? Так. Вот мы начали союзы изучать. Вот. Так, вы не слышите, наверное. Сейчас я включу. Kiedy śpię, to nie mówię. Да, kiedy śpię, to nie mówię. Kiedy śpię, to nie mówię. Да, kiedy śpię, kiedy to nie mówię. Śpię, to nie mówię. Да. Когда спишь, тогда не говоришь. Да, только спе, шпе, шпе. Не шпишь, а шпе. Сплю. Сплю. Да. Сплю. Да. Как, то же самое? Как мы скажем? А, то же самое? Угу. Кеды шпи. Кеды шпе. Не шпе. Мувья. Шпе. То. Шпе. То. Не мувья. Мувья. Угу. Ну да, когда я сплю, я не говорю. Кохам че як брата. Да, кохам че як брата. Кохам, кохам че як брата. Кохам. Че, че. 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 Че, угу. Як брата. Як. Як брата. Угу. Как переведем? Что, люблю тебя как брата. Да. Кохач оканчивается на А, поэтому М окончание. Если бы было на другую гласную, то было бы М, М окончание. Как в слове у нас было шпе, шпе. Угу. Она готовит, как моя мама. Она готовит, как моя мама. Готовит. Да. Як. Моя. Моя мама. Угу. Кеды шпе, то не мувье. Кеды шпе, то не мувье. Кеды шпе, то не мувье. Мувье. Угу. Как переведем? Когда я сплю, тогда не говорю. Угу. Угу. Да, у меня нет времени, потому что я работаю сейчас. Ну, сейчас это подразумевается. Не, мам. Угу. Не. Только не, а не. Мам. Не, мам. Часу. Часу, да. Часу. Як працює или где працює? Нет. Где это когда? Поневаш. Поневаш. Поневаш працює. Только поневаш. Працює. Поневаш працює. Угу. Кохам че як брата. Да. Кохам че як брата. Да. Угу. Так. Кохам че, чем я брата. Угу. Пьем млеко, подчас, где он пьет вино.
Пье млеко подчас. Пье. Е он, что? Да. Млеко подчас. Да, подчас. Подчас. Он пье вино. Он пье вино. Он. Пье вино. Можете еще раз послушать. Пье млеко подчас, gdy он пье вино. А gdy? Подчас, gdy. Gdy там уж. Gdy он пье вино. Gdy. Так, он. Он. Пью молоко. Пье вино. В то время, как он пьет вино или что? Да, да, да. Подчас это в то время, а где это когда. Поэтому в то время как, все правильно. Слышу голосы, где я стем в дому. Слышу голосы, где я стем в дому. Слышу. Да, слышу. Что я слышу голоса, когда нахожусь, когда есть, когда нахожусь в доме? Да, когда я дома, я слышу голоса. Ну, тут, да, действительно, какой-то сюрреалистический сюжет. Да. Что это такое? А, я местоимение не написал. Да, студент спит, потому что сегодня суббота. Ну, тут нет студентка. Слова сегодня, просто потому что суббота. Студентка спи. Студентка. Да, только шпи. 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 Поневаш. Да, потому что. Поневаш. Поневаш, як суббота? Нет, где. А где суббота? Поневаш, где суббота? Где есть? Есть. Суббота. Суббота. Поневаш, где есть суббота? Даже можно без где. Поневаш, есть суббота. Без где лучше. Потому что где это когда? То есть потому что когда не звучит. Да. Поневаш, есть суббота. Не спи, поневаш есть день. Да, не спи. Не сплю, потому что день. Да. Не спи, поневаш есть день. Только не спи, это он, она, оно, а шпе, шпе. Не спи, поневаш есть день. Джень. Да, я мужчина, а она женщина. Или я и она женщина. Все зависит от контекста. Я есть мужчина. Я есть мужчина. Есть. 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 О, естем, да. Где у нас естем? Есть. Естем. Естем, да. Естем. Мужчина? Да. Мужчина. Она? Да. Она есть. Она? Она. Она есть кобета. Да, а она есть кобета. Все в кобета. Является женщиной. У них нет ой, у них есть он. И также мужчиной он. Он. Все, что оканчивается на «а» в творительном падеже, становится носовым. «Он», «он», «кобьетом», «мужчизном». Да, «естем», потому что «я есть». «Я есть» — это «я естем». Все правильно. Так. Ты естешь кобьетом, а я естем хлопцем. Ты естешь кобьетом, а я естем хлопцем. Ты естешь кобьетом, а я естем хлопцем. Так, а где я? Вот. Как перейдем?
Ты женщина, а я мой парень. Что я люблю печенье бабушки? Или что, как готовит? Нет, я люблю да, я люблю, когда моя бабушка готовит. Любье. Любье. Где? Где, да. Где? Моя бабчи. Моя. Моя Только бабчи. бабча. Бабча. Бабча готує. Готує, да. Готує. My kupujemy, a oni sprzedają. Ми купуємо, а вони спрідають. Я забула, що таке. Ми покупаємо, а вони спрідають. Продають, що ли? Да, да, да. Спрідаю, все правильно. Ми купуємо, а вони спрідають. Да. Мы купуем, а они спшедают. Они распродают. Можно так запомнить. Так. Я люблю тебя как брата. Кохам чи, як брата. Только не чи, Кохам. А чем. 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 Чем? Как брата. Як. Брата. Як брата. Пие млеко, подчас gdy он пие вино. Пие млеко, подчас gdy он пие вино. Пие млеко, подчас gdy он пие вино. Подчас gdy он пие вино. Раз. Да, подчас где это в то время как. Так. Ну, если отдельно, то так. То я говорю в то время, а где это когда? Дословно. Да. Я слышу голоса, когда дома. Слыша Да, глоссы. слыша Слыша глоссы. Глоссы. Где в дому? Да, где? Где только естем. Естем. Естем в дому. У. Дому. Да. Естем обязательно, потому в русском языке мы часто опускаем глагол быть, а в европейских языках глагол быть он обязателен. Да, я не сплю, потому что день. Сейчас день. Дневное время суток. Не шпию, не шпи. Нет. Да, не шпие. Шпие. Не шпие. Поневаш. Да, поневаш. Поневаш. Есть день. Есть день. Есть. Красно. День. Мы покупаем, а они продают. Мы купуем, мы. А они купуем, а он, а они спшедаю. Спшедаю. Да, спшедаю, все правильно. Слышу голосы, когда ястем в дому. Да, слышу голосы, когда ястем в дому. Слышу голосы, когда ястем в дому. Gdy, gdy jestem w domu. Gdy jestem w domu. Słyszę głosy, gdzie jestem w domu. Вот такой быстренький урок. Сейчас начнется. Там еще есть несколько уроков по-моему, или нет. Сейчас скажу. Нет, да, есть. По союзам. Ем варзива, однако не jestem сильный. Ну, тут все просто. Ем варзива, ед камни, jestem сильный. Только однако, однако.
Что за еднак? Один? Нет, похоже на русское еднак. Еднак на что похоже? Попробуйте перевести. Просто пропускайте пока еднак, а потом по смыслу поймете, что означает. Ем фрукты. Выживо это фрукты? Нет, наоборот. Нет, выживо это овощи. Ем овощи. Не становлюсь сильной, не есть сильный. Да, еднак на «о» переводится. Да, однако. Однако не сильный. Да, однако я не сильный, да. Да, так, еднак, так, although... Ем воживо, еднак не ест там силы. Да, однако, хотя я не сильный, но ем овощи. Или, однако я не сильный, но ем овощи. Так, although I... нет, вот так лучше. I am... Попробуем с конца перевести. Как он отреагирует. That's strong. However, I eat vegetables. С конца переведем. Ему не понравилось конца. Да. Neither are... так, не я, не ты, не она. Ничего не поняла. Не я, не ты, не она. Тут оно повторяется, поэтому просто. Ани? Угу. Ани, я? Угу. Да, не я. Я. А не вы? Да, а не вы. Они. Да, можно вы, ты. Вы. А не она. Да, а не они. Она. Она. А не я. А не я. Угу. Меня это. Как-то странно. Первый раз такой встречаю порядок слов. Угу, да, не я. А не я. Угу. Ани. Я. Ани я, ани ты, ани она. Угу. Ани я, ани ты, ани она. Угу. Ани я, ани ты, ани она. Угу. Ани я, ани ты, ани она. Да. Хотя он ест овощи, я... Так, нет. Хотя я ем овощи, я не сильный. Хотя похоже на наше, хотя... Хочешь? Да, хочешь. Хочешь. Хочешь ем. Угу. Ем. Воживо? Воживо? Воживо. Воживо. Не естем сильны. Да, не естем сильны. Естем сильны. Сильны. Угу. Не естем сильна, хоч ем воживо. Угу. Не естем сильна. Хоч ем воживо. Угу. Не естем сильно, хоч ем воживо. Так. Ну, тут тоже хотя хоч. Так. Так. I eat vegetables. Хоч. Угу. Даже можно перевести, даже хотя, ну, даже если буду есть овощи. Угу.
Я не веселый. О, нет, да, я не веселый. Даже когда выпью вино. Не ест он веселый, хочет пить вино. Да, хочешь пьем вино, да. Да, не ест он веселый. Угу. Хотя я и пью вино вот в данный момент тут так вот переводится. Хотя я и пью вино, мне не весело. Пью вино, однако не jestem веселый. Пью вино, однако не jestem веселый. Угу. Да, тут у Duolingo очень много на алкогольную тематику. Да, можно пока повторять, пока я тут справляюсь. Пью вино, однако не jestem веселый. Ой, вино забыл, вино. Еднак не jestem веселый. Угу. Что там? Что я опять? А, however я забыл. Надо было еще раз проверить. Ладно. Шапка вместо... Ой, вернее, кепка вместо шапки. Вместо шляпы. Шапка за место капюша. Да. За мест. Капелюша. Угу. Этот завтрак вместо обеда. Снедание за мест обеда. Снедание. Да, за мест. За мест обеда. Обеду. Да, можно запомнить. За место, как бы. Иногда в каких-то говорах можно услышать за место. Вот. Не вместо, а за место. Jestem smutna, choć mam wino. Угу. Jestem smutna, choć mam wino. Да. Забыл, что такое смутно. Ну вот, посмотрите. А, вы не знаете английский. Sad. Jestem smutna. Sad такая грустная. Грустная, печальная. Я грустная, хотя у меня есть вино, или что? Да, хотя у меня есть вино, да. Если смутно, хочешь, мам, вино. Угу. Но лучше без even. Ну, в принципе, можно и с even. I have... No. Угу. Да, шапка вместо шляпы. Чапка. Замест. Капелюша. Не jestem веселый, хочешь пить вино. Не jestem веселый, хочешь пить вино. Ой, I'm not. Да, хочешь. Пить вино. Угу. Вино. Угу. Да, чай вместо кофе. Herbata замест кавы. Herbata. Замест кавы. Продукуемы zegarki, jednak их не sprzedajemy. Угу. Продукуемы zegarki, jednak их не sprzedajemy. Что? Мы купили часы, однако их не продаем. И что? Нет, продукуемы. От слова продукт.
Что мы можем от слова... Производим. Да. Мы производим наручные часы, однако их не продаем. Да. Так, однако... Продукуємо зигарки, однако их не шпеданьємо. Шпшедаємо. 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 Угу. Да, мне грустно, хотя у меня есть вино. Есть там смутное, хоч мам вино. Смутное. Да, хоч мам хоч. Вино. Мам вино. Да, я не сильный, хотя ем овощи. Не ест сильно. Да, сильный. Естем. Сильно. Сильно. Однако. Или нет, хоч ем, важива. Да, хоч ем, важива. Ем, важива. Да, однако немножко другое. Ну, смысл такой же, но синоним просто. Да, тут надо конкретное слово переводить. Да, я не веселый, хотя пью вино. Не мне ест, не весело, вернее, так по-русски будет. Не. А, не весело? Не весело? Да, не ест там, все правильно. Ест там. Не ест там, весело. Весело? Хоч. 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 Пье вино. Угу. Пье вино. Пье вино. Ну, хочешь, тут как бы нет сильной разницы. Это как хотя и хоть. Вот такие же. Ем выживо. Угу. Ем выживо. Угу. Выживо. Jednak nie jestem jednak. Silna. Mm-hmm. Silna. Mm-hmm. Nie. Jestem silna. Mm-hmm. Jem warzywa, jednak nie jestem silny. Mm-hmm. To jem warzywa, jednak nie jestem silny. Mm-hmm. Da, to też mężczyzna. Tak, gdzie u nas chowałem? Mm-hmm. Mm-hmm. Piję wino, jednak nie jestem wesoły. Piję wino, jednak nie jestem wesoły. Mm-hmm. Da, możecie poka powtarzać. Piję wino, jednak nie jestem wesoły. Mm-hmm. Da, вот как Мишка радуется. Так, я включу, а то у меня что-то уже дает признаки. Да, вы пока повторите какое-нибудь слово, скажите. Я ем овощи, допустим. Ем выживо. Да, ем выживо. Угу. Так, все. Ой, как быстро мы прошли. Ну, давайте быстренько, чтобы они закрепились. Вот. Для того же. Вот. Для того означает поэтому, а для того же потому что. Да, и потому что очень много вариантов, как можно сказать. Бо, поневаш, это более такой формальный вариант. Ну, то есть, более официальный. Для того же, по причине того, что...
Или для того, чтобы... Можно перевести еще. Гдыж. Гдыж, ну, это самый редкий вариант. Да, как можно сказать или? Или альбо, люб, чи. Ну, как у нас или, либо еще как-то... еще как-то... То-либо-нибудь. Ну, по-моему, есть что-то у нас. Али, допустим, что-нибудь типа этого. Вот. Да, вот альбо это больше либо, либо. То есть либо тот, либо другой. То есть варианты из двух вариантов. Дальше. И можно сказать и, можно сказать а. Ну как у нас. Так, дальше. Ну и в принципе. Ну тут в принципе объясняется то, что нюансы, которые у нас в русском с польском совпадают. Вот. Да, еще орос, можно сказать. Орос. Близко он к и. Вот. В перечислениях чаще всего. Да. Идем дальше. Сейчас наречие. Да. Мой тата тут ест. Мой папа здесь. Мы говорим тут, они говорят тут. Ту. Так, меня слышно? Да. Угу. Мой папа, ой, мой тата ту ест. Мой тата ту ест. Угу. Ту это тут. Здесь имеется в виду. Так. Угу. Теперь вы составляете. Мой тата ту ест. Мой. Мой тата тата ест. Ту. Ест. Тутай шпе. Да, тутай шпе. Тутай шпе. Не знаю, здесь сплю, там сплю. Да, да, я здесь сплю. Тутай. Ой, что я делаю? Ай. Где sleep here. Нет, здесь такое. Тутай. Нет. Тутай. Тоже что ли? Тутай. А, вот где я сплю. Ну, по-русски мы переводим здесь я сплю. This is where, вот где я сплю. Where I sleep. Ну, то есть, ту это не важно где, а тут именно вот когда вы показываете на это место. Кто там спи? Кто там спи? Угу. Кто там спи? Да, ту и там, как у нас. Не могу тутай. Как попробуем перевести? Не могу тутай. Как го перевести? Го это наш его. Его. Его здесь нет. Да.
Не могу тут. Угу. Видите, тут и тут переводится как здесь. Просто тут и она больше как бы под... Его здесь нет, как бы такой акцент, когда делаем. Да, наша кошка редко ест мясо. Тут все просто. Наш кот? Да, наш кот. Кот. Кот редко ест мясо. Только нету в польском, как будет? Жадко. Жадко? Жадко. Жадко ест мясо. 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 Наш кот жадко ест мясо. Угу, да, вот он. Наш кот жадко ест мясо. Угу. Наш кот... ой, так. It's... Да, жадко ест мясо. Так, it есть, угу. Да, здесь я сплю. Тута спи. Угу. Тутай. Шпе. Шпе. Угу. Тутай шпе. Да, тутай шпе. Кто там шпи? Кто там шпи? Угу. Кто там шпи? Угу. Моя сестра часто слушает музыку. Моя. Угу. Моя. Сестра. Угу. Часто. Можно дать часто. Часто. Слуха. Угу. Музыки. Музыки. Да, мы говорим музыку, а они говорят музыки. Музыки. Да, у нас иногда расхождение, когда-то мы говорим дома, они говорят дому. Мы говорим музыку, а они говорят музыки. Bardzo kocham moją mamę. Да. Очень bardzo... люблю мою маму. Да, замечательно. Bardzo kocham moją mamę. Так, а где bardzo? А, все понял. Да, я очень люблю мою маму. Bardzo kocham. Только bardzo. Bardzo. Bardzo kocham. Угу. Kocham. Тебя. Cię. Угу. Cię. Угу. Czy twój mąż często je mięso? Czy twój mąż często je mięso? Угу. Часто ли ты... Только не ты, а кто? Твой. А, угу. Часто ли твой муж ест мясо? Угу. Чи твой муж часто ест мясо? Угу. Да, то же самое. Чи твой муж часто ест мясо? Муж. Часто. Мясо. Рядко ношу сподни. Рядко ношу сподни. Редко ношу брюки. Рядко ношу сподни. Это уже... придирается. Да. Мы любим сыр. Мы очень любим сыр. Bardzo любимый сыр. Только bardzo. А, bardzo любимый сыр. 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 Угу.
Да, этот месяц слишком длинный, ой, короткий. Ten месяц. Там месяц. Ten месяц. Месяц. Есть короткий. Да, есть сбыт Есть сбыт. круткий. Круткий. Сбыт круткий. А сбыт, Да. что такое сбыт? Вот это слишком. А, сбыт это слишком. Сбыт крутки. Твои носки слишком короткие. Твое. 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 Шкарпеты. Скарпеты. Являются. Сау. Сау. Сон. Сбут крутки. Сбыт. Сбыт крутки. Да, Сбыт. крутки. Крутки. Да, эта комната слишком грязная. Тен покой. Тен покой. Тен покой. Тен покой. Слишком, да? Да, является вначале. Есть сбыт. Есть сбыт. Да, мужской род. Брунды. Брунды. Брудный, брудный. Брудные. Брудные. Тен покой. Есть сбыт брудный. Покой. Тен покой и есть сбыт брудный. Да, кто здесь? О, кто там, вернее? Кто там? Да, как переведем? Кто там? Кто там Кто ест? Всегда там мы добавляем... ест? Добавляем... Глагол. Да, глагол быть. Rzadko noszę spodnie. Rzadko noszę spodnie, rzadko noszę brюки. Так, двигаемся дальше. Да, я здесь, я тоже здесь. Ой, ну да, я тоже здесь. Ты что есть там? Да, ты что ест? Да, если переведем, я только... так, я только здесь. Я тоже здесь. В принципе, я ты что ест? Так же самое. Я то же самое здесь. Так же. Ну да, лучше так. Ты что ест? To jest dość dobry dzień. Да. То есть дождь. Добрый день. Что такое дождь? Дождь это достаточно. То есть мы... Они как бы достаточно обрубают до дост и смягчают. Дождь. Это есть достаточно добрый день, хороший день? Или что? Как это, Да, да? сегодня достаточно хороший день. То Ну, есть дождь, добрый день. да, мы не говорим этот день, ну или этот день достаточно хороший. Ой, где у меня день-то? Ой, так, this is... Если недословно, то мы так будем переводить. A quite good day. This is... Я бы сказал, this day is quite good.
Так. Ну, это то же самое. Это достаточно хороший актер. Ой, вернее, я достаточно, что я говорю. Я достаточно хороший актер. Jestem dość Jestem. dobrym aktorem. Dość. Да, jestem Dobrym. dość dobrym Dobrym aktorem. Все правильно. aktorem. Да, тут являюсь каким? Кем? Добрым актером. Добрым актором. Teraz niosę kota. Что там, нос кота? Да. Сейчас несу кота. Террас нос кота. Террас это сейчас. Да, я всегда одеваю голубые рубашки. Ой, Я или почему он? он? Не туда посмотрел. Не о том подумал, вернее. Он всегда одевает голубые рубашки. Он завше, да? Или как там? Да, Завше. завше, Он. завше. Он завше Хорошо. носит Ноши. небесские кошули. Носи. Носит Небеске. небесские кошули. Кошуле. 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 Кошули. Множественное число. Кошуля. А будет, когда множественное кошуле. Моя тетя завше працует в пятки. Моя тетя завше прошует в пятки, что моя тетя всегда работает в пятницу. По пятницам. Так, где моя тетя? Моя тетя завше працует в Вот. пятки. Пьянтак. Да, пьянтек это один, а пьянтки это множественное число. Так. On Fridays. Так, все. Я никогда... Короче, меня никогда не бывает дома. Нигде ни мам, ни в доме. Теж ту єстем. Те, что есть. Как Те, что переведем? есть. Я здесь. Теж, как еще переведем? Не знаю, тут. Я тоже. Теж тоже. Теж тоже. Те, что есть. Да, я работаю вместе с моей тетей. Працюю. Працуя. Вместе? Да, вместе. Разом. Да, Моя разом. тетя. Разом. Разом. Моем. Моя Моем. тетя. тетя. Чо-чо. Ой, с Тетя. моем. Почему моем? С моем. З моя Мою. тетя. Да, Чочо. с моей тетей, с моим чочом. Разом это вместе, то есть одним разом мы с тетей работаем, поэтому вместе получается. Одновременно, если дословно, разом. Одновременно с тетей. В тот же раз, что и тетя, я работаю. Вот, чтобы вам было понятнее. А так, да, переводится от вместе. Вместе одновременно. Jesteśmy tu razem z moją mamą. Jesteśmy tu razem z moją Jesteśmy mamą. tu razem z moją mamą. Jak powiedziałem?
Мы тут вместе с моей мамой. Да, все правильно. Только, ну да, мы, все правильно. Так. Jesteśmy tu razem z moją mamą. Mm-hmm. Можете повторить? Jesteśmy tu razem z moją mamą. Да, с моей мамой. Да. Сегодня достаточно хороший день. То есть? Да, дождь. То есть дождь. Есть. Дождь. Добрый день. Угу. Добрый день. Угу. Нигде не ма мне в дому. Никогда нет дома. Да, нигде не мам мне в дому. Кого нет дома? Меня. Угу. Угу. Да, мы едим вместе по средам. Шреде? Шреде или Шреде? Да, Шреде. Шреде. Ем и разем. Разом. Или разем ем. Да, можно так и так. Ем мы разом. Разом. Все? Да, все. Так. Угу. В środę jemy разом. В środę jemy разом. Угу. В środę jedem разом. Ем мы. Ем мы разом. Угу. Да, в шроде, тут имеется в виду в среду. Так, мы никогда не пьем. Какие они? Нигде. Угу. Нигде. Не пьем. Угу. Не. Пьем. Я сейчас на работе. Jestem. Uh-huh. Jestem. Dość w pracy? Nie, dość, to teraz. Dostateczne. Teraz proszę w pracy. W pracy, w pracy. Pracy. Uh-huh. Ja nie szukam ta сейчас. Сейчас я не szukam ta. Uh-huh. Nosi kota. Niosę. Uh-huh. Kota. Да, моя тетя всегда работает по пятницам. Моя тетя? Угу. Моя тетя. Тетя? Всегда. Дождь? Всегда. Терас. Терас сейчас. Теш это тоже. Дождь это достаточно. Завше, что? Завше? Завше, да. Завше, да. Завше. Завше. Працує. Працює в п'ятки. В п'ятки. Угу. П'ятки. Угу. Да, я никогда не работаю. Я нигде... Я. Нигде. Нигде не працюю. Угу. Не. Працює. Да. И я здесь. Я тоже здесь. Тут там естем. Да, теж. Теж ту естем. Теж ту естем. Угу. Ой, какая. Какая. Шифровка у меня получилась. Да, теж там должна быть такая точка над Z. Ты что естем? Ты что естем? Ты что естем? Так, а почему ам-то?
Jestem. Też tu jestem. Видите, он показывает, что точка должна быть. Угу. Вот. Ну тогда на сегодня хватит, я думаю. Угу, да, хорошо. Ладно, хорошего дня. Спасибо. Угу, до свидания. До свидания.